вас приветствую. Сегодня у нас снова E-Note, Nissan Note E-Power. Короче, история такова. Приобрелся автомобиль, выкинул он еще грязный, с автовоза. Приобрелся автомобиль на аукционах. По Японии он ездил. Прибыв во Владивосток, он как-то перестал ездить. Вот его на эвакуатор, на автовоз, далее на эвакуатор и к нам. Автомобиль не запускался, батарейка высаженная просто в ноль. То есть там, по-моему, 2,3, 2,2 вольта на элементе. Было принято, но она полностью была заморожена, под капотом все в снегу. Диагностика, у меня где-то видео, по-моему, осталось, для клиента делал. Все, что могли, сделали. И приняли вот решение, потому что автомобиль не запускается, снимать батарейку, заряжать. На месте мы еще не научились их заряжать. Сейчас снимем, разберем. Посмотрим, может быть, придумаем что-нибудь, что можно, как можно заряжать их на автомобиле, чтобы вот здесь этот процесс взрыва автомобиля не запускать. Саня уже с утра тут потеет, сидит, разбирает кучу болтиков, пытается обмануть. А давай, говорит, вот это не будем снимать, а вот давай вот это вот не будем снимать. В результате все снял, разобрал. Вот сидит, поет песни. Ой, мама, да, у тебя там играет песни? Что такое? Все, сейчас снимем батарейку и поставим ее на стенд заряжать. То есть, ну вот, ошибочки все почистились. Все удаляется. В принципе, машина должна запуститься. Загорается, запуска нету. Все, выскочила ошибка. Ошибка одна и та же. ЕВХЕ. Я сейчас подскажу. Низкий вольтаж батареи. Сейчас покажу вольтаж какой. Вот текущие данные каждого элемента. Минимальный 2,7 должен быть. В момент запуска она опускается до 1,9. То есть нет возможности у автомобиля запустить автомобиль. Так, ну вот она у нас на столе. Может, сейчас теперь просто будем думать. Может быть, сейчас ничего не релюшек нету, ничего нету. Просто так. Просто так. Нужно было не снимать. Так, здесь два плюса и два минуса. Сейчас посмотрим, что такое. Угу. Сейчас. Процесс разборки был тяжелый, честно. Показалось, ну. Половинку разобрали. Что дальше делать? Фиг его знает. Ладно, будем фото, чтобы не запутаться в проводах. С андроидами не дружишь? С кем не дружишь? С Саней не дружишь, что ли? Так, ну что, мы вроде бы схему разработали. Но на эту схему можно не смотреть. Здесь у нас целая, блин, история, как мы его подключали. Но дело в том, что нашли способ, не разбирая до конца батарею, взбодрить ее, зарядить. Саня, что, давайте Сашку подключим, посмотрим. Заряд у нас идет каждый блок, мы сможем зарядить. Потом подкинем ее, проверим. Во, уже 60, а было что-то 40 с чем-то, да? 49. 40, ну да. Все, сейчас мы таким вот способом, благодаря вот стенду, Сергею, который изобрел этот стенд, сейчас быстренько ее взбодрим. И я думаю, что мы, в принципе, заведем автомобиль. Должна завестись. Ну, схема рабочая. Вот к чему лень приводит. Да? Лень, двигатель прогресса, говорят. Причем у нас просто получается плюс-минус, 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 плюс-минус. И через стенд подключаем. Благодаря... Получается тот плюс. А там сколько показывает? Да, замерим там сколько? Там около 50 вот. Ну, 50. Ага. Это вот на этом блоке. А здесь мы уже... Здесь уже 65. Нормально. Быстро заряжается током. 4 сколько? Ампера. Второй блок у нас уже. Все, идет заряд?
Все, зарядка пошла. Ага, 52. Так, а здесь у нас еще раз давай. То есть получается 73,5, 74 мы считали, то есть получается по 3,7 на элемент. Да? То есть если 74, то 3,7 вольта на каждый элемент. Второй блок. Короче, я уже забыл, сколько. 52 там, да, показывал. Ну, достаточно быстро заряжается все. Потом 4,2. Думаю, результат будет хороший. Главное ровненько все сделать, выровнять. Что, давай замерим? Что, ну все подровнялось. В принципе, немного времени-то ушло, да? Да. Что там сколько? Ну, пару часиков, может быть. Да их надо равнять. Не, ну равнять мы их будем потом. Она сейчас в покое побудет маленько. Давай я цешкой просто пробежимся по ним, по всем, да я это. Сейчас хочу. Смотрим самую старую. Самую первую. Самую первую, да. 73,4. Все заряжали до 74. 73,5. 73,6. 73,6. 73,5. И последняя. 73,6,7. Ну да, сейчас покоя побудут, маленько потом подровняем. Ну все, и будем заводить. Так, что у нас? Батарейка заряжена, откалибрована. Будем впихивать. Пробовать. Че, Миш, как думаешь, заведется, нет? Ну, накидывай аккумулятор. А, Миш, заведется? А? Должна? Ну, должна, так должна. Че? Оп. Че, накинул? Давай попробую сесть. Ой, что-то пикнуло. Все? Да. А ключи где? Здесь? Мне надо ошибки, наверное, скинуть. Да, не получится без ошибок. Что там? Все те же ошибки, да? Да, висят. Ага, удаляй их. Ну что? Все, ошибки убрали. Миша забрал, когда пошел. О, аллилуйя, завелась. Все, работает. Дай посмотреть. Зарядка идет. Зарядка идет. О, чудо! Работает. Пусть поработает, да? Ну, пусть поработает. А? Ну да, пускай она поработает, зарядится, да, там до конца. О, японка заговорила. Ну, все, делов-то. Делов-то на пару дней. Так, ну все, у нас вроде гуд. Поехали проверять. Да. Ошибок нет. Бензина тоже нет. Че, а омывайка есть? Не видно нифига. Омывайка есть. Все, это она у нас стоит уже на батарейке, да? Угу. Работает. Все отлично, подзарядилась. Ну что, поехали. Все едет отлично. Там. Все работает. В общем, история у нас такова этого автомобиля. По Японии он ездил. Аккуратно тут поворот, не выскакивать. Так, надо было прямо ехать. Точки. В общем, по Японии ездил. Потом говорят, во Владик как приехал, во Владике уже автомобиль перестал запускаться. Причина того, что он перестал запускаться, неизвестная нам. Ошибок было куча, когда машину к нам притащили. Но сюда она приехала на автовозе. На автовоз она уже загружалась этим эвакуатором. Ну и к нам приехала на эвакуаторе. Блин, ты сам кошка что-то видит. Как на своей. Но к нам она уже приехала на эвакуаторе. Я могу предположить, что может быть замерзла. И в попытках
попытках запустить его высадили в ноль. Прямо причем в ноль. Можно в прямом смысле этого слова. Батарейку зарядили, сейчас все ездит отлично, все хорошо, Саня, там пробка, можно разворачиваться обратно. Ошибок нету, батарейка работает отлично, все работает хорошо. Так, причину мы одну нашли, возможно, не запуск двигателя, и все остальные проблемы были связаны с тем, что он замерзло просто. Потому что, что у нас, сколько антифриз, 20 градусов, а где это, давай покажем. Да давай я разберусь сейчас. Эх, как тебя поймать-то тут. Вот, видно. Минус 20. Ну и в инверторе такая же. Минус 25 там, по-моему, да? 22. То есть машина, возможно, просто тупо замерзла. Естественно, не запустилось, потому что там как раз что-то было, какая-то пурга во Владике.